Доброе утро. Отличная погода сегодня, уже все, наконец-то весна пришла, даже уже, можно сказать, лето. Смотрите, кто у нас тут тусуется. У нас тут тусуется Бетти. Старушка Бетти приехала. Да, и нам ее сегодня надо будет погрузить, ее сегодня забирают обратно в Беларусь. Поэтому мы ее сегодня загружаем. Но перед тем, как мы ее загрузим, мы с вами еще поедем в Мячково. Тренировку организовали, меня позвали, я уже что-то так хочу понюхать запах сгоревшего Вестлейка или там что-нибудь еще такое, знаете, вот родное. Поэтому обстановка. А потом займемся делами дальше. Я шлем взял, забыл просто, как его одевать. Мячково. Мощным пацанам. Мощный, труд шину. Сейчас вот, мы тоже ворвемся. Что там? Я тут не пищу. А, я понял. Все. Смотрите. Для нас, да, Виталий, что для меня? Поехали. Никита Шиков. Никита Максаков. И просто гнилая БМВ. Не знаю, как парня зовут. Лупят здесь безбожно. А я их благословляю. Скоро починим, ну точнее, да, сделаем 86-ю, и я прям обязательно сюда приеду на тренировку. Настройки машины и настройки себя перед сезоном обязательно сделать. Поэтому скоро. Толстушка Бетти. Мечта. Масло минимум. Вопросов нет. Нам только загнать. Дрифтинг присутствует. Выключатель массы. Где у нас фан? Пассажир. Молчаливый. Все, запускаемся. Замутить такую номерную рамку. Автолайт Вася Моторспорт на Жигули. Кроме как ваш любимый Вадик. Вадик, ты что, ногти чистишь там, да? Что ты делаешь? Слушай, мне кажется, это за руль Земцева бывший, нет? Нет. Нет? Нет. Точно? Дай проверю. Блять, китайское говно, а? Смотри, видишь, как качается. Вадик, я переживаю. Да, Вадик! Скучали по Вадику, я по нему тоже скучал, но, как видите, он в своем стиле, щемит меня все время. А, ладно, если серьезно, кстати, китайские рули не надо. А, что еще хотел сказать? Хотел сказать, что прояснилось запчастями, с этими границами, так что нам в ближайшее время все приходит, и мы начнем ее собирать. Правда, Вадик? Нет. Да? Что у тебя вообще вот хорошего есть что-нибудь тебе? Хорошего, вот из Еврофайтера X5M. Покажи Еврофайтер. Нет. Так, Еврофайтер. X5M покажи. Побольше нужна моя. Все, да, заказ уже пошел. Да, у нас из основных историй это собрать мотор. Мы блок, как вы помните, еще в марте подготовили, но у нас была проблема с коленвалом, который к нам едет. Спасибо нашим украинским братьям, Миха. Ну, мы с тобой сейчас получим его, и отдельно я сниму сторис, какой ты красавчик. Вот, соответственно, собираем мотор, чуть-чуть рефрешим там, ребилдим. Кстати, Вадик, на коробку запчасти уже выехали. Прекрасно. На коробку запчасти выехали тоже, мы ее тоже ребилдим. Винтерс, привода, все это делаем, проводку и мчим. Сейчас вот в процессе укладывания ребенка и чтения сказки вспомнил, что сегодня в 23:30, через 15 минут по московскому времени,
по РЕН-ТВ в программе «Загадки человечества» будет наш сюжет про дрифт. Поэтому, если что, смотрите. Загадка дыры. О, Аркаша. О, а его... Нелегальчик, так, Ашерия. О, Никита. Согласен. Во-во-во-во-во.